Доброго времени суток! Сегодня я записал видео, в котором расскажу, как отследить по ссылке, которую вы заказали в компании Bepic. То есть это LF8 или Acceler 8. Сейчас вы видите две ссылки. Первая ссылка в личный кабинет и вторая ссылка на сайт отслеживания посылок. Они нам понадобятся, чтобы увидеть наши посылки. Первое, что мы делаем, мы заходим на наш сайт Bepic в личный кабинет. То есть вы вводите свои данные, логин, пароль и заходите. Я уже заранее зашел, потому что это моя личная информация. И советую вам всем сохранять ее и никому не показывать. Заходите в раздел Order History. То есть вот он вот такой. Здесь у вас есть все заказы, которые вы ранее оформляли. Вам нужно обратить внимание на Order ID. Не так давно... 7 сентября я заказал посылку. Сейчас 9 сентября. На третий день появляется трек-код. То есть трек-номер, по которому вы можете отследить посылку. Сегодня только второй день. Скорее всего, завтра появится трек-код. И я смогу отследить посылку. Но мы можем отследить предыдущие посылки. То есть, вот, я заказывал 10 июля. И здесь уже есть Track Your Package. Вот, я выделил синим цветом, чтобы вам было хорошо видно. И нам нужно скопировать этот код. Он начинается с GM, заканчивается на 0.7. Я нажимаю копировать. Далее нам нужно перейти на сайт parcelapp.com. Я уже заранее ввел parcelapp.com. На главной странице здесь написано «Точное отслеживание посылок». И написано, в командной строке написано «Введите номер отслеживания». Сюда я вставляю GM в конце 0.7, то, что мы и скопировали. Здесь есть кнопка «Отследить посылку». Нажимаем ее, и появляется вся история заказа. Так как я сделал заказ 10 июля, компания передала курьерской службе продукты 11 июля. То есть очень быстро. И здесь полностью видно, как с Америки в Германию, в город Франкфурт, далее в Алмату, на таможню посылка прошла. И далее прошла растаможку и попала в почтовое отделение, которое я заранее указал. 28 июля посылка уже была в пункте выдачи, то есть буквально 17 дней, и я получил посылку. Но я не знал, как отследить это, и поэтому я пришел 4 августа. Ну, незначай, просто зайти и посмотреть. Вдруг пришла, вдруг нет. И посылка, оказывается, прошла уже несколько дней как. Это видео было записано для тех, кто не знает, как отследить посылку и хочет забирать вовремя день-день, потому что пить продукцию LF8 нужно каждый день, чтобы быть здоровым и в форме. Делитесь данным видео со своими партнерами, с новичками, чтобы все знали, как отследить свою посылку. Подписывайтесь на канал. Успехов вам! Успех вместе!